План на сегодня. Утро. Замеры, взвешивание. Чек, чек. Стакан воды. Ну, почти. Сегодня будет видео о моем рационе. О том, как, каким образом я вхожу в форму. Худею, можно так назвать. Вот. У меня есть тренер. Вот он. Это его Инстаграм. Вот. И у меня есть план, которому я буду сегодня... Ну, я стараюсь придерживаться every day. Ну, например, с утра, кроме пары глотков воды, я пью кофе с молоком. А сейчас мы идем завтракать. Вот такой у нас план на сегодня. Замеры, взвешивания, все пройдено. Пару глотков воды я сделала и выпила пол кружки кофе и пошла гулять. Сейчас будет у нас завтрак. Яйца, зелень, овощи, кофе, орехи. Let's go. Чик, 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 чик. Прошла я сегодня 4900 с чем-то шагов с утреца. Сейчас будет завтрак. Сюда мы запишем, сколько я съела. Пошли готовить. Вот что у меня получилось на завтрак. Брокколи 63 грамма, яйцо 2 штуки жареное, авокадо 86 грамм. Угу. Если кому интересно про соль, яичницу я только солю. И я пью с утра кофе. 2 кружечки обычно мне надо в кофе. Но до прогулки, завтраком, я покупаю кофе в зернах. В общем, это натуральный кофе, нерастворимый. С молоком, без сахара. Все, пошла на бэк-ярд кушать. Все, что я кушаю, я забиваю в приложение Fat Secret. Выглядит оно так. Завтрак, обед, ужин, перекусы всякие. Ну, наверное, я не записываю воду, которую я пью. Но я ее пью немного, потому что что-то у меня голова болит. Вот. И пью fish oil, омегу. Не очень красиво, как это у меня подплавилось. Она немножко около плиты стояла, баночка. Так, начинается рутина. Вот это вот смотрю, что за пакет, что за это самое. Ничего. Итак, понедельник. Очки забыла. У нас понедельник, и у вас тоже. И я еду за ланчами. Начинается жаришка в машине, но еще не такая жаришка, которая... Еще не та жаришка, которая нас ждет. Еще даже 30 градусов нет. А будет очень жарко. Я еду за ланчами. Все вам покажу. Сейчас потише сделаю. Кондиционер. Так, ребята, я съездила за ланчами, и я их привезла. Еще заехала на заправку и заправилась. И хотела сказать про то, как у нас подешевел бензин. И у меня я заправила целый бак на $27. Обычно это... Ну, где-то 35-40 долларов. Бензин здесь периодически скачет. И вот сейчас я заправилась на $27. Бензин стоит $1.60. В общем, я заплачу $1.51 за галлон бензина. Вместо $1.60, потому что у меня есть такое приложение. Ну, короче, кэшбэк. Чувствуете выгоду? Нереально. Я чувствую. Итак, сегодня скромненькие ланчи, завтрак, сухие завтраки, молочко шоколадное, молочко простое, это apple sauce, ну, типа яблочного пюре у нас это называют, это french fries в таком виде, да, это так, это cheese sticks, это такие пирожки слоеные, внутри типа сырная палочка и соус к ним,
Все это дети любят. Так что сегодня скромный, но хороший ланч. И без мороженого. Ну, естественно, это все это на одного. Ну и так далее, вы сами все знаете. Леве в наследство от соседей достался мопед. Ты меня, блин, Лев? А соседи сказали, что у него что-то с аккумулятором, но проверили, аккумулятор зарядился, все нормально. Но у него что-то с задним колесом, что там сцепление не сцепляет. В общем, нужно помыть, батька будет разбираться. Давай, мой, поливай. Сверху, там, где я. Купили арбуз, сказали, без косточек. Сейчас я его разрезаю, и каково же было мое удивление, когда он с косточками. Он еще и желтый. Но вкусный, вы знаете, ничего. Скажи. Вкусный? У меня нет никакого супа, и варить я его не хочу. Поэтому у меня сегодня вот такие зеленые овощи, и стейк свиной, и это выглядит в граммах вот так вот. Как дела? Еще. Школа не работает, смотрите. И около школы, но это не Полина школа, это другая школа. Синьеры с фотографии поставили. Забыла вам показать, когда еще все вместе было. Такие вот наборы. Вот эти вот все яблоки. С гнильцой. Вот эти все яблоки были вот здесь вот. И вот такая вот коробочка. Были коробочки с помидорками. Мне просто понравились эти желтые яблоки. Ну, с перчиками, со всякими разными овощами. 30 центов за фунт LB, да. Ну и получилось вот эти вот все яблоки. И... Да, маленькая картошечка $1.50. Это очень недорого, яблочки хорошие. Желтенькие, красненькие, с гнильцой, все как надо. Я совсем забыла снять для влога своего. Так, подождите, я еще фотографировала, сейчас перевозбудится. Хорош. Смотри, у него борода покраснела. А, точно, покраснела. Только не щипайся, ладно? Смотри. Вытесняет прямо его, да? Не знаю. Да. Дейзи. Он меня топчет. Дейзи. Смотри. Слушай, ему нужно индюшку. Ему индюшка надо, он топчется. Я тебе говорю, он мне посмотри. Свои крылья под это. Ты посмотри. Ну, птица, ты чудная. Я тут индюк обхаживаю. Я тебе, он уже все с тобой делает. Ну ты мне тоже нравишься. Да это не курица, как аж це курица, это це индюк. Ну так похоже. Ну-ка, индюк, индюк, эй, индюк. Вы видите, что он делает? Видите? Ему индюшка нужна. Он, блин, он трется, он вот этой фигней трется, наверное, мне штаны надо будет стирать. У него тут какая-то железа, он пытается меня пометить. Вот ты гад, я тебя не сразу раскусила. Ребята, упахалась с этими индюками. Приехали с Наськой, ездили фотографировать индюка. Горячий индюк. Так, слушайте, я проголодалась и буду ужинать. Чем я ужинаю? Рыбу вчера купила. Красивенную рыбу, это атлантический лосось. Просто запекаю его в духовке без всего, ну, солью. Брокколи. Вы, наверное, скажете, что ты ешь одно брокколи? В каком ты виде его ешь? Я ем его сырое. Мне нравится. Я люблю. И два кусочка бри. Вот так вот это выглядит в граммах. Окей? Окей? Ага? Ага? Сидят. Ага. Ничего, да, у меня ужин такой на травке? Классно. Классно, ага. А у тебя эфир был? Он маленький. Я с индюком. А. Мы же индюка ездили фотографировать. Ага. А Настя, поехали к нам, а Настя по пути куда-то пропала. Он приедет? Можно на планшет пудель посмотреть. Можно. Неси планшет. А, Нелли все просит выбирать собаку на крейглисте. Так, ну вот, дорогие мои, я показала, как я питаюсь.
Двигаюсь я 10, не меньше 10 тысяч шагов в день. И еще где-то через день, через два у меня типа а-ля тренировочки. Сейчас много всяких онлайн. Мадам Ольга ведет прямые эфиры. Сегодня был еще там у одного тоже парня танцор балета. Я на него подписана. Сегодня у него был прямой эфир. Ну, полчаса я с ними попрыгала. Ножками подергала. Сейчас с Настей ходили в горку, с горки. Ну, так вот, активничаем. Все, пока. Подожди, хорошо, ноги выше. Ой!